Цель – испанская и итальянская керамическая плитка. Направление – салон на улице Ковальчук. Двигаемся от центра, проезжаем драмтеатр, далее по проспекту Мира, мимо Центрального парка. Стоп! Перед спутником налево. Приветствуем вас в салоне на улице Ковальчук, 39. В Берлине облачно. Во второй половине дня дождь плюс 7 градусов выше 0. В Варшаве плюс 6, малооблачно. Утром небольшой дождь. В Вильнюсе 4 градуса со знаком плюс. Облачно с прояснениями, временами дожди. В Минске плюс 3, пасмурно. Дождь с утра и до самого вечера. В Санкт-Петербурге минус 4. Утро будет пасмурным и снежным. Днем и вечером ясно. В Москве переменная облачность. На протяжении всего дня дожди плюс 1. В Калининграде 21 февраля облачно. В первой половине дня кратковременные дожди, а во второй половине небольшой снег. Температура воздуха днем 6 градусов со знаком плюс. Ночью до 4 тепла. Ветер западный 10 метров в секунду. Атмосферное давление медленно понижается.